Ё-моё, просто унесло. Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня по вашим просьбам будем взрывать очередную игрушку. Смотрите, вот такой есть грузовик, так сказать, трактор с ковшом. Вот, классный. И вот такое большое количество петард, которые мы хотим затестить в этом видео. Смотрите, есть очень много всего интересного, поэтому давайте приступим ко взрывам. А кто не видел предыдущее видео с различными игрушками, взрывами предметов, обязательно заходите на канал и смотрите, там очень много классной пиротехники взрывал. Что ж, давайте начнем, пожалуй, с вот такой штуки. Анка-пулеметчица называется. Двухметровая, очень классная трещалка, так сказать, длинная пулеметная лента. Обмотаем сейчас весь грузовик вот этот и попробуем повзрывать. Думаю, будет очень интересно. Так, давайте поставлю штативчик вот так, чтобы вам было видно. И сейчас будем разматывать ленту. Так, вот так она выглядит. Кто не знает, такая ленточка. Целых 2 метра. Так, и давайте, пожалуй, начинать. Так, мы ее обмотаем со всех сторон. Думаю, если она подожжется еще с обеих сторон, будет вообще просто улет. Поэтому будет вот так вот. Так, что-то многовато намотал на дно. Давайте вот так вот. Во! Как вам такое? Посмотрим, какие повреждения будут. Так, ставим. Что ж, поехали. Беру зажигалочку и погнали. Это да, подкоптилась, смотрите, просто жестко. Так, предлагаю ракетки какие-то засунуть. Вот есть две таких. Так, одну сюда и одну сюда. Есть взрывы. Так, давайте заложим пулеметных лент и постреляем с римских свечей. Думаю, тоже будет отлично взрываться. Так, где-нибудь. О, смотрите, оторвалась после ракет. Круто. Первое повреждение хорошее. Так, тогда так и оставим. Давайте берем римские свечи и погнали. Давайте сразу с двух, чтобы не мелочиться, чтобы было четко все видно. Так, ну что, поехали. Так, ребят, вот такие римские свечи были.
Еще одна пулеметочка осталась. Давайте ее как-то под ковш и попробуем поджечь. Есть такое дело. Так, предлагаю взорвать вот таких вот для начала, так, для разминки. Попробуем их куда-то поставлять. Думаю, будет нормально. Так, одну сюда. Так, на эту сторону тоже. Есть две. Так, еще куда засунуть? Давайте между колесами. Вот, под колесо. Вот так вот. И одну в эту сторону под колесо. Так, сколько успею поджечь, как думаете? Ох, рвануло. Смотрим. Так. Давайте установим вот таких штук. Сейчас они будут плавить корпус. Думаю, будет классно. Тоже давайте их где-то в разных местах поставляем. Так, так. Одну сюда и одну, давайте под ковш. Сюда как-то. Как думаете, все успею поджечь? Нужно закинуть какую-то петарду, потому что горит. Есть. Так, смотрите, есть у нас граната. Вот такая. Давайте вот сюда прям. Такой корпус остался. Такс. А, что еще такого классного? Давайте вот эти штуки все внедрим. Думаю, будет отлично. Так, вот так один. Два. Выпадает. Так, есть. Теперь мышки. Пока давайте две, потом еще внедрим. Во. Три штуки будет турбо.
Одна сзади где-то там рванула. Так, ребят, предлагаю взорвать гранату, пока еще не поздно, чтобы разнесло хорошенько. И если не довзрывается, будем еще дальше петарды взрывать. Классно. Я думаю, закинуть ее вот сюда. Вот так установить. Вот. И думаю, будет хороший взрыв. Вот такая граната. Будет цветная дымовуха. Ты шо? Одно колесо, короче, оторвалось. Которое где-то тоже улетело. Вот так мы рванули. Так, давайте посмотрим, что еще такого бахнуть. Давайте вот эту петарду взорвем. Или Корсар 8, может, он лучше в колеса влезет. Ну-ка. Не, все-таки. Все-таки взорвем вот эту. Держится как-то. Во. Посмотрим взрыв. Ё-моё, просто унесло. Одни колеса пооставались. Жесть, ребят. Класс. Остались вот такие петарды, ребят. Оставил большую петарду на следующий раз. Какую-то еще игрушку классную взрывать. Видосы часто выходят. Поэтому петарды мощные всегда пригодятся. Что-то надо взрывать интересное. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. В следующем видео обязательно какую-то машинку еще взорвем. Четкую. Думаю, будет интересно и вам понравится. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего ролика. Понравился или нет. Предлагайте, какие петарды добавить к этим, чтобы еще повзрывать. Классное что-то. Смотрите, как мы повзрывали. Одни колеса пооставались, ребят. Смотрите. Во. Открывайте вкладку «Все видео», там очень много разных роликов на любую тематику. Смотрите, выбирайте. В общем, предлагайте, что еще такого классного повзрывать, что вы хотите видеть. Я добавлю еще сюда каких-то топовых петард мощных и еще что-то обязательно взрывем. Будет, думаю, очень интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, не пожалеете. Ставьте лайки, обязательно также подпишитесь на второй канал, на него ссылка будет здесь. Также внизу в описании. На втором канале выходят также топовые видосы с петардами, как и здесь. Очень интересные и насыщенные. Во. Не забывайте смотреть вот здесь 4 видео, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели, выпускаю часто, чтобы вы смотрели классные ролики, ребятки. Напишите еще по поводу вот этих гранат, нравятся они вам или нет. Там есть разные цветные гранатки, если захотите, буду часто их брать в каждом видео. Будете смотреть топовые взрывы. Что ж, всем спасибо за просмотр, ребят. С вас лайк, с меня новое видео. Пока-пока, до новых встреч, до следующих роликов.